Банде Гуру Пада Дандам Бхакта Бинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чаруно Дайам Гопи Жано Самаюктам Бинда Банам Манохарам Ванша Калпатару Ваща Кипа Синду Бевача Патитанам Павуне Бхавишна Бевьо Намо Нама Мукам Каруты Баджалам Пангунглан Хетагирам Ят Кипа Тамахам Ванде Парамананда Мадамам Бриндхавай Тулсиде Байпиявай Кешва Сача Шна Бхакти Паде Деви Сатта Баттвай Намо Нама Нараяна Намаскитта Нарун Чайва Наруттама Девин Сарасватин Вясам Тато Джайо Мудира Санкиртане Кришна Катопадеш Гаурия Патрашва Пракасане Ча Садануракта Гуру Бхакти Йокта Бхакти Прамадакша Джагод Барана Дхейям Сада Парибхаванам Авиштадохам Титаспадам Сива Виринчинутам Сараням Витатихам Панатапал Бхамадипутам Банде Махапурушате Чаруна Равиндра Ятпада Паллавана Качанда Маничатай Биспуриджи Токимапика Бодуша Дарши Пурна Нурагура Сусагура Сара Мурти Сарадикама и Кадакам Каруша Си Кришна Чайтанна Прабхунита Ананда Си Аддхита Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Бинда Си Кришна Чайтанна Прабхунита Ананда Си Аддхита Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Бинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Аджану ламбита бхужау канука бадату, Санкиртане кабитару камала йатакшам, Вишамбару дижавару югадарма палау, Банде джагат прия кару, Каруна Бхатару, Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сураир Вандито Дипарупам Бхуктинча Муктинча Дада Синитам Бхавану Рупена Сада Наранам Ганга Таранга Рамания Джата Калапам Гаури нирантара вибушита бхама бхагам Нараяно прияманонго мадапхарам Варанаси пурапати бхажавишанатам Ваги саджасва бадане Лакшми жасва ча бхакшаши Ясьясте хидая самбит Твам нишингамахам бхаджи Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе 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 Рам, Харе Рам, Рам Рам
Хьянтир Аббхарта Калаттам Бирактир Манасуннат Асаванда Саматканта Намагани Садаручи Асактистат Гунакшани Питистат Басадистали Иттадай Унубава Сурьяте Бхаванкуриджани Хьянтир Аббхарта Калаттам Бирактир Манасуннатта Асаванда Саматканта Намагани Садаручи Асактистат Гунакшани, Питистат Васисистали, Иттадайону Бхава, Сурьяти, Бхаван Куриджани. Гаудия Гоштхипати, Шри Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад, Парамахамса Джагадгуру сказал, Харинам Санкиртан is the only duty in our life. Единственная наша обязанность — это Харинама Санкиртана. Других обязанностей в нашей жизни нет. И не может быть. Шрила Прабхупада сказал, Харинама Санкиртана — единственная обязанность в нашей жизни. Других обязанностей нет. And after realizing the swarup of Krishna, after realizing the swarup, после того, как полученное осознание сварупа Кришны Харинама, after realizing own swarup, собственный сварупа, after realizing the swarup of this Maya, сварупа Майи, when you can do sankirtan, Prabhupada speaking, that I mean, that говорит Прабхупад. That is called sankirtan. Только в таком состоянии можно повторять настоящую санкиртану, лишь получив осознание всего вышеперечисленного. Шрила Прабхупада сказал, что нама санкиртана — наша единственная обязанность. Кто-то может возразить и сказать, что существуют другие обязанности, но Прабхупада говорит «нет». Если вы осознаете свою собственную сварупу, вы ясно увидите это, что ваша единственная обязанность в жизни — это совершать санкиртану. После того, как вы осознаете сварупу Кришны, после того, как вы осознаете сварупу Кришна-нама, свою собственную сварупу, а также сварупу Майи, тогда и только тогда вы сможете повторять святые имена, совершать санкиртану. В противном случае настоящий харинам воспевать не получится. До тех пор, пока вы привязаны к материальному телу, к тому, что принадлежит вам в материальном мире, к родственникам, жене, детям, нет никакого шанса повторять настоящие святые имена. Настоящая санкиртана — это такой харинам, который достигает сердца Господа, Шри Кришны. Это и есть настоящая санкиртана. Когда харинам, который сходит с моих уст, в самое сердце проникает, проникает самое сердце Кришны. Если кто-нибудь из преданных скажет, ведь существует так много разнообразного служения, почему вы говорите, что санкиртана — наша единственная обязанность? Если вы задаете такой вопрос, это говорит о том, что вы не до конца поняли тему. Санкиртана — это то, что должно постоянно, беспрерывно звучать на ваших устах. При этом вы можете совершать разнообразное служение своим телом. В отношении этого Шрила Рупа Госвами подпишет. Несмотря на то, что нам нужно совершать разного вида служения, но какое бы служение мы ни делали, мы должны выполнять его, приняв прибежище у нама санкиртаны.
Вы пишете, вы делаете что-то, какое-то служение в интернете, что-то переводите и так далее. Но вы должны делать это, приняв прибежище у Харинама. Готовите ли вы, предлагаете ли вы пищу? Говорите или слушайте Харикатху? Все служение должно быть под руководством Харинама. Если же вы не примете прибежище у Харинама, вы не сможете по-настоящему совершать служение. Я получаю много вопросов от преданных. Они говорят, мы так много всего делаем, но как понять, что это действительно служение? Порой и вправду наши действия выглядят как служение, но на самом деле вы ответственны. Вы ответственны. Садхгуру дает нам наставление совершать служение под руководством Нама Прабху. It surely means under the shelter of Namprabhu. What it mean? Приняв у него прибежище. Что значит принять прибежище у Харинама? Сможете ли вы, вот сегодня вы услышали это, сможете ли вы завтрашнего дня действовать под руководством Харинама Прабху, то есть принять у него прибежище? Нет, на самом деле для этого необходима самбандха гьяна. До тех пор, пока вы ее не обрели, какое бы служение вы ни совершали, оно не будет совершенным. Что бы вы ни делали, вы можете думать, что исполняете наставление Гуру Махараджа, но если вы не обрели осознание сварупы, ваши действия едва ли можно назвать служением. Преданные спрашивали Шрила Бхарати Махараджа. Махарадж, всю жизнь я много служения совершала для своего духовного учителя, но так и не чувствую никакой премы. Еще Бхактиген Бхарати Госвами Махарадж сказал, ты думаешь, что ты совершал Гуру Севу, но если на твой Гуру Дев, Садгуру, говорил, что какое бы служение ты ни выполнял, ты должен делать его под руководством Харинама Прабху. И действительно ли ты сделал это? То есть действительно ли ты принял прибежище Харинама Прабху? Нет, но в таком случае как ты можешь ожидать, что получишь плоды служения? Любое служение должно выполняться под руководством Харинама Прабху. Если вы не развили отношения с Гурудевом, можете ли вы поклясться перед Туласи, Нарасингхадевом, что обладаете бескомпромиссной любовью к Гуру Пада Падме? Вряд ли. Я знаю, вряд ли вы сможете сделать это. Именно поэтому вы не получаете должные результаты от своего служения, от практики преданного служения. Вы не можете, положив руку на сердце, поклясться, что готовы отдать жизнь за Гуру Пада Падму. Именно поэтому вы до сих пор и не достигли совершенных результатов, результатов, которые говорят Священное Писание. Я не говорю, что так будет всегда. Наверняка в будущем у вас получится. В этом киртане говорится, что без осознания своих отношений с Гуру Пада Падмой, с Вайшнавами, Бхагаваном, Намой, Дхамой, вы не сможете избавиться от ложного эго, и из этого не сможете воспевать святое имя. About your
Я уже несколько раз касался темы Арабсиддхабхакти. Вчера я также говорил об этом, я говорил о Сангасиддхабхакти. И я получил вопрос о том, что же такое Сварупсиддхабхакти. И если слушатели не поймут, что есть что, вспомните, в Чайтанья-чаритамрите говорится, кажется, что вы забыли об этом. Проблема обусловленной души, что она забывает. Я не хочу сказать, что вы на 100% обусловлены. Вы очень много служения совершаете. Поэтому я уверен, что вы прогрессируете. Но до какой-то степени все вы обусловлены. And actual sadhu sangha surely means настоящая sadhu-sangha can give you inspiration to take shelter of Guru Padma. Вдохновляет принять прибежище у Гурупада Падмы. Can give you inspiration to take shelter of Sadhguru. If not, then sadhu sangha, your sadhu sangha. Если она не делает этого, это говорит о том, что садху-санга несовершенна. Пустая трата времени. То есть имеется в виду, что это не есть садху-санга. Поскольку настоящая садху-санга, у вас появляется острое чувство острой необходимости принять прибежище Гурупада Падмы. Принять прибежище возвышенных преданных, которые спасут вас. В Бхагвазаре, базар Гаудия Матхи, во время Прабхупады приходил преданный. Он приходил в Матх, принимал чаранамриту, делал парикраму, порой слушал киртан. И так происходило много лет. То ли 10, то ли 12 лет, может, даже 20 лет. Он приходил, но так и не почувствовал необходимости принять харинам, принять прибежище саду. Это говорит о том, что его саду-санга не была полноценной, не была настоящей. Джива Госвами Пад написал настолько совершенный грандхи, что соприкасаясь с ними, мы рассказывается история, что если человек принимает яд, если даже он не знает о том, что это яд, но ест его, яд неизбежно подействует на него, и он может умереть. Вот однажды ребенок съел ядовитое вещество, которое было положено для того, чтобы защитить дом от крыс. И, естественно, яд не пощадил его, потому что он маленький ребенок. Он подействовал на него, и ребенок умер. И Джива Госвами Пад объясняет, что саду-санга действует при условии, что нет аппарата. Да, грехи не идут в счет, и грехи могут иметь свое место, но необходимо полное отсутствие аппарата. This kind of sadhu sangha, if you do, surely you can feel it necessary to take shelter of such a guru who can. Если вы будете вступите в такую саду сангу, получите такую саду сангу, вы получите, почувствуете острейшую необходимость принять прибежище у Шри Гуру, который поможет вам
пересечь океан материальных страданий. Если это чувство вас не посещает, это говорит о том, что саду-санга, в которой вы находитесь, не настоящая. Если вы удачливы, по-настоящему удачливы, вы примете прибежище садгуру. Возможно, даже во время получения посвящения вы еще не на 100% решительны в отношении духовной практики. То есть еще какие-то сомнения присутствуют у вас, и вы еще не готовы отдать Гурудеву все, что у вас есть. Как мы много раз слышали, Харибаджан невозможно совершать при помощи материального тела и ума. О чем же говорится в этой шлоке? Кришнадас Кавираджа Госвами говорит, тем самым устанавливает абсолютную сиддханту. Сиддханту, в которой не содержится изъяна. То есть этой шлокой он показывает, что он хочет, чтобы во время дикши мы все-таки предались полностью на 100%. Таков стандарт. В таком случае Кришна делает тело преданного Садчитананда. Может возникнуть вопрос, но ведь у меня нет никакой связи с Кришной. Как это он может сделать, одухотворить мое тело? Через Гуру Дева. Он сделает это через Гуру. Как мы знаем, наша атма Чидананда-мой. То есть она сама по себе трансцендентна. Это неоспоримый факт. Однако сейчас она находится в скрытом состоянии. Но во время инициации через гуру Кришна дарует нам благословение, чтобы мы осознали свою апракрита-сварупу, благодаря чему мы полностью избавимся от материальной обусловленности. Почувствуем, постепенно почувствуем необыкновенную легкость. Такую легкость, которая позволяет нам ощутить, что мы никак не связаны с материальным миром, что мы на самом деле не принадлежим к материальному миру. И в таком состоянии ума, обретя такое состояние, мы можем жить уже где угодно, в любых обстоятельствах, семейной жизнью, отшельниками в лесу и так далее. Итак, да, если вы на 100% можете предаться гуру, то все произойдет именно так. Но что делать, если все-таки вы не готовы предаться на 100%? Возможно, у вас есть уже 80% предание, но все равно оно еще не полноценно. И вы начали баджанакрию, вы начали, получив инициацию, процесс практики преданного служения. Мы должны понимать, что Гурудев смотрит на нас. Он повсюду, он видит нас. Вот ко мне недавно пришел мальчик. After that, when I evening time enter that place to speak Bengali harikatha, I see exactly he is doing same thing. Then I realize his heart is hearing harikatha and matching with me. Он, его сердце пришло в гармонию с моим сердцем. И когда во время харикатхи я подумал о нем, о том, что он сделает что-то не так во время служения, которое должен делать. И в следующий раз
То есть на Харикатхе, слушая Харикатху, он исправился. И я почувствовал, что в будущем он станет великим преданным, потому что его сердце очень мягко. И когда вот, и можно сравнить с глиной. Когда глина мягкая, из него можно слепить, из глины можно слепить все, что угодно. Из сухой глины уже ничего не сделаешь. Поэтому мне нравятся маленькие, особенно маленькие, девочки не могут, как сказать, жить в Гурукуле, но мальчики... Их сердца мягки, и их, из них можно воспитать настоящих преданных. Haridhar many times Bhagavan by the desire speak Haridhar. But Shuktal, Shuktal means? Однажды в Шуктале я говорил Харикатху в том самом месте, где Шукадев Госвами рассказывал Шримад Бхагаватам. Меня пригласили говорить Харикатху, и один мальчик приехал за мной на мопеде, чтобы довести меня до места Харикатхи. Ехать надо было 10-12 километров. Он привез меня, и он наблюдал за мной. И когда я его встретил, он за несколько месяцев покинул свой дом и начал жить в Матхе. Услышав мою харикатху, он почувствовал большой интерес к харикатхе, к моей харикатхе, и он предложил, он попросился жить вместе со мной, служить. И попросил посвящения. Но я сказал, что я не могу дать посвящение, и жить он со мной не сможет. Но посоветовал ему принять прибежище у Шрилы Бхактивалокитетхи Госвами Махараджа. Он приехал, он перестал жить в Матхе, но его не устраивала ситуация в Матхе. Что-то ему не понравилось, и он приехал ко мне, когда я жил во Вриндаване. И я говорю, что это не будет удобно для него, но он отказался уходить. И я говорил Харикатху, он слушал. Затем он выполнял некоторое служение по переводу Харикатхе. Парашоттам знает этого мальчика. Постепенно он... Достиг такого уровня, что вкратце в Панджабе во время фестивалей вкратце пересказывал мою харикатху для публикации в журнале. То есть постепенно этот мальчик, юноша, достиг такого уровня, что все были удивлены, как быстро он стал таким зрелым преданным. Но затем он совершил, казалось бы, небольшой аппаратху и аппаратху какому-то преданному и вступил в неблагоприятное общение. Но смысл в том, что когда вы получаете милость Гурупада Падмы, вы четко увидите, что у вас появится сильнейшее влечение к Харинаму Санкиртану. Это удивительно. Сейчас вы совершаете садхана-бхакти. Это еще не настоящая бхакти, но благодаря милости Гурупада Падмы, который постоянно наблюдает за вами, у вас может появиться сильнейший вкус к Харинаму, желание повторять. Это говорит о том, что Бхакти Деви хочет войти в ваше сердце или вошла в ваше сердце по милости Гурупада Падмы. Прасада,
Gurupadpadma, then that inside the heart of that devotee, Bhakti Devi, like to sit. Follow? And he can realize his own sarup. And now, благодаря повторению, преданный осознает, такой преданный осознает свою сварупу. И постепенно все его органы чувств все больше захотят соприкасаться с трансцендентным, с Господом. Глаза будут желать наблюдать изображение Господа. Язык повторять святые имена или вкушать прасад и так далее. То есть все чувства будут подчинены преданному служению. Таким образом, бхакти приходит в сердце по милости гуру. И благодаря этой милости преданный развивает огромную силу, становится сильным. После того, как преданный осознает самбандха-гьяну, он может приступить к подлинному бхакти. И уже тогда придут настоящие, он почувствует настоящие плоды. Сейчас у вас есть отношения с бабушками, дедушками, родителями и так далее. И там будет что-то подобное, то есть это на материальном уровне, но там будет... То есть вам необходимо почувствовать отношения с Кришной. Это первостепенный вопрос. Чувствуете вы отношения с Кришной? Вы чувствуете свою принадлежность Ему? Если нет, это говорит о том, что вы еще не готовы. Как только вы почувствуете свои отношения с Кришной, постепенно вы будете прогрессировать в бхакти. Но никак не до этого. То есть это необходимо почувствовать свою принадлежность Господу. Прежде я вкратце объяснял, что есть сваруп сидда бхакти. Но сейчас я хочу рассказать об этом более подробно. Эта шлока как раз-таки описывает весь процесс. Когда вас кто-то оскорбляет, вы... Обретя ароп сидда бхакти, не испытываете боли от того, что вас оскорбляют. Не обращайте внимания на это. Когда вы обрели ароп сидда бхакти, вы не тратите ни секунды в своей жизни. Постоянно чувствуете связь с Господом. Вы можете быть на работе, заниматься домашними делами и так далее, но в сердце присутствуют мысли, то есть сосредоточение на Бхагаване. Сейчас вы, то есть, и это то, что должны делать мы постоянно. Вы можете спросить, как это возможно? Ведь у меня столько дел, как я могу постоянно быть сосредоточенным на Господе? Это возможно. Посмотрите на мать и ребенка. At the same time, you know, chopping sabji, cutting sabji. Three jobs. Giving breast milk to me. After that, мать могла делать одновременно три дела. Она может кормить ребенка, то есть как это было раньше. Мать кормит ребенка грудью, режет овощи и с кем-то разговаривает параллельно. И сейчас домохозяйки пользуются ножами, но раньше особенные катеры для овощей, которые по сей день используются в Индии. То есть она режет на таком катере овощи и не режется. То есть имеется в виду, что не ранит свои пальцы. Несмотря на то, что ее внимание, то есть несмотря на то, что она параллельно занимается еще другими делами.
И точно так же мы должны памятовать о Кришне и в это же время совершать служение. And even in your sleep, when you're sleeping, automatically, while you are going to take rest, you can speak the name of Bhagavan. After that, when you sleep, когда вы ложитесь спать перед сном, вы должны произносить имена Бхагавана. И тогда, благодаря этому, вам не будут сниться плохие сны. А если и будет что-то сниться, будут сниться вайшнавы, харикатха и так далее. С утра, когда вы просыпаетесь, нужно тут же вспомнить лотосные стопы Гурупада Падмы. Я часто вспоминаю, как Гурупад Падма, лотосные стопы моего Гурупада Падма, как он сидел и его стопы. Итак, вы постоянно должны быть в связи, находиться, чувствовать связь с Харинамом, Гуру, Вайшнавами, Бхагаваном. Жить нужно так, чтобы ни секунды не тратить напрасно. Каждую секунду нужно задействовать в служении Кришне. Принимаете ли вы омовение, идете ли вы в магазин, вы постоянно должны повторять святые имена. Постоянно. Язык не должен прекращать воспевание святого имени. Я не хочу видеть, чтобы, то есть вас, когда вы не повторяете Харинам. Понятно, что вначале это будет трудно, но постепенно, когда вы почувствуете вкус к Харинаму, куда бы вы ни шли, что бы вы ни делали, язык будет постоянно танцевать от имен, из святых имен, повторяя святые имена. You can get it someday. We can keep on. So, khyanti abhyartha kalatam, birakti. Birakti means, if somebody is speaking about material thing, you don't like to hear. You don't like to hear. Now, когда кто-то станет говорить о материальных вещах, мы не захотим слушать об этом. Сейчас что происходит? Когда мы слышим что-то нехорошее, мы тут же переспрашиваем и напрягаем свои органы слуха, чтобы услышать все в подробностях. И постепенно вы будете все больше утрачивать интерес к материальной жизни. Вам будет даже неинтересно считать сдачу в магазине. То есть полное безразличие к материальной жизни. Это происходит естественно, автоматически. То есть то, что связано с Кришной, привлекает внимание. Но то, что с ним не связано, мы не хотим не захотим соприкасаться с этим. Виракти в этом стихе означает отсутствие интереса к тому, что не связано с Кришной. Если кто-то оскорбит вас или выразит вам почтение, для вас будет одно и то же. Если вы хотите проверить чистого преданного, вы можете устроить такую проверку, если вы находитесь на подобающем уровне. У чистого преданного нет ложного эго.
devotee and great Vaishnava, not that. This is not a symptom. То, что Вайшнав может говорить мягко, еще не означает, что он чистый преданный. Точнее, что преданный может говорить, проповедник может говорить мягко, еще не означает, что он чистый преданный. Главный признак отсутствия пратиштхи, то есть главный признак чистого преданного, это то, что в его сердце нет пратиштхи. Он не гордится. То есть люди порой думают, что если проповедник говорит мягко, по-доброму, это указывает на его смирение. Но это не так. Есть проповедники, есть вайшнавы, которые говорят очень строго, но при этом они готовы взять пыль с ваших лотосных стоп, что говорит об отсутствии ложного эго. Вайшнав — это тот, кто говорит об абсолютной истине, абсолютным образом. И говорить бесстрашно сможет только тот, кто обладает полным преданием. Я сейчас говорю о Шрила Бхакти Прагьянкешава Госвами Махараджа, Шрила Бхакти Ракшакшидари Госвами Махараджа и так далее. Сейчас, чтобы стать популярным, нужно говорить сладкую харикатху, быть добрым, мягким, но да, многим вы понравитесь, возможно, но вы не получите одобрение Бхагавана. Посмотрите, сейчас так знамениты разные певцы, танцоры. Тысячи, люди тысячами становятся их поклонниками. Но нам это не интересно. Нам интересно харикатха. Нам не интересно, сколько людей подпишутся на нас. And all your sense organ, by you like to do seva, like our Bharati Maharaj, Bhakti Vigyan Bharati. Все наши органы чувств должны стремиться совершать служение, как это было в случае с Шрила Бхакти Вигьян Бхарати Госвами Махараджем, Шрила Бхакти Лала Тиртха Госвами Махараджем, Шрила Вамана Госвами Махараджа. Он в детстве пришел в Гаудия Матх, совсем маленьким мальчиком. Он начал посещать школу, учился, как только заканчивались его занятия, он прибегал в матхи и начинал совершать служение, и не делал никаких уроков. Еще до того, как уйти в школу, он мыл комнаты вайшнавов, мыл параферналии для поклонения божествам, повторял ланик, точнее, поливал туласи, повторял харинам. То есть он хоть и учился в школе, он постоянно был сосредоточен на служении вайшнав. Это было главным в его жизни. Но при этом он все запоминал на уроках. Ему, то есть, не было никаких проблем от того, что он не выполнял домашнее задание в матхе. Но все его органы чувств были заняты служением. И, естественно, когда у вас будет такое настроение служения, Бхакти Деви естественным образом войдет в ваше сердце, и ей будет хорошо там. Если уж Бхакти Деви будет там хорошо, то и Кришна придет. Киртан, плен киртан. Нартама Тхакур writing.
Что пишет Наротам Дас Такур в своем киртане? Кришна отдыхает в сердце своего преданного. Ничто не мешает и не беспокоит его там. Кришна также присутствует и в сердцах непреданных, но ему там не нравится, ему там нехорошо. All the time you believe, someday I can get the lotus feet of Gauranga. 100% my Gurudev told, you can get Krishna. Необходима твердая решимость, что наступит день, когда я обрету лотосные стопы Гауранги. Это сильнейшая надежда, уверенность в том, что это произойдет. Иначе зачем совершать баджан, если нет никакой надежды, что мы достигнем нашу цель? Ну, если мне с Кришной никогда не встретиться, его и не видно особо. Ну, да и что там в трансцендентном мире? Лучше я тут останусь в материальном мире, тут столько наслаждений. А где там Кришна? Кто его знает? Вспомните, как говорил мой Гуру Дев. Эмоции — это еще не преданность. Однако эмоции приведут нас к деградации, а преданность приведет к прогрессу. Таким образом, мы не должны руководствоваться эмоциями. Я твердо знаю, что мой Гурудев, моя Гуру Варга, мой Прабхупад, другие представители моей Гуру Варги, я обладаю твердой верой, что наступит день, когда я буду непосредственно служить им. Так, это и есть Ашва-банда в этом киртане. Вспомните историю Саубари, которая в раннем возрасте получила наставление от Гуру поклоняться Рамачандре и ждать, когда он придет. И когда ей было уже, когда она уже достигла старости, пришел, Рамачандра пришел, хоть и поздно, но он пришел. Однажды Шрила Санта Госвами Махараш из Кишихари написал мне письмо, когда я жил во Вриндаване. Я жил там, совершая, то есть жил очень аскетичным образом. Я собирал мадхукари или сам пек чапати из одной муки, этим питался. У меня абсолютно ничего не было. И я получил наставление от Шрила Санта Госвами Махараджа совершать сампрадая севу. И я был удивлен, как я могу совершать сампрадая севу, когда у меня ровным счетом ничего нет. Но сейчас я знаю, что вайшнавы видят наперед. И сампрадая сева стала для меня самым главным в жизни. В этом письме Санта Госвами Махарадж написал очень много. И когда он покинул этот мир, вышел журнал, где опубликовали это письмо. Итак, преданные дали мне наставление. Они сказали мне выполнять это служение. И несмотря на то, что я был все равно, что нищим во Вриндаване, я никогда не снимал с себя своих обязанностей. Обязанности, которые возложил на меня Бхагаван. И все, что сейчас есть, это устройство Бхагавана, Нитьянанды. Итак, я могу привести много примеров Ашва-бандхи. So,
We have seen in the life our Guru Bhargava or other devotees. One devotee I know is a great devotee. He took bath in. Мы можем видеть пример ее пример в жизни преданных. By the mercy of Nityananda, he took bath in Iksha. He was a great devotee. Один великий преданный родился по милости Гауранги в бенгальской деревне. Хоть он и не принадлежал Гаудия Вайшнавам, к линии Гаудия Вайшнавизма, он точно был послан самим Гаурангой. It was his system. He can close the door, patient all knowing, if any serious case, they can knock the door, even they can open the door. On Dr. Babu, my health is very bad, come. He never used to lock door. He used to sleep in the chamber, so that any patient coming cannot go back. At the same time, he was a great devotee. Доктор, он стал доктором, при этом он был великим преданным. Он был на первом этаже располагался его кабинет, где он вел прием, а на втором этаже он жил со своей семьей. Он спал прямо в кабинете и никогда не закрывал дверь, так чтобы если кому-нибудь понадобилась его помощь, пришли какие-то люди, нуждающиеся в медицинской помощи, он сразу же смог помочь им. Позднее он совершал баджан в Гамбире. Не совсем уверен, что про этого преданного говорят, но на протяжении всего дня он совершал служение в... А вечером, ночью он повторял святые имена в Гамбире, когда все спали. Внезапно он слышал какой-то шорох и думал, о, Гауранга придет. Гауранга идет. Нет, он опять обманул меня. То есть у него, но у него была сильнейшая вера, что он получит даршан Гауранги. А еще один преданный ученик Шилы Бхактивайбхавпури Гасвами Махараджа прежде был грихастха бхактой, но очень хорошим. Он родился в том месте, где родился Шрила Бхакти. Шрила Бхакти. Он меня очень любил. Когда он встречал меня на Варшане, всегда звал меня посетить его храм. И когда я посещал храм, я видел, что один преданный постоянно по ночам повторяет харинам. Он начинал повторять в 10:30, в 11, и всю ночь напролет повторял. Повторял очень, звук был очень четкий, ясный. То есть, и вот этот преданный очень при благоприятных обстоятельствах оставил тело на Варшане. Или вот, например, Бхактинот Такур спал всего по два часа и всю жизнь воспевал харинам. Итак, мы также должны такое же влечение испытывать харинаму. И тогда мы почувствуем, получим плоды. Итак, не думайте, что служение, которое вы совершаете, чтобы вы не делали, занимаетесь переводами или делать что-то в интернете, что-то на компьютере, не думайте, что это все напрасно. Нет. Одна женщина сказала, я всю жизнь рисовала для моего гуру Падападма. Но после того, как он ушел, я не чувствую никакого удовлетворения от этого. И Шрила Бхактивинода Бхарати Госвами Махарадж ответил, что твое служение немножко прослушал, к сожалению.
Samudkantha. It is more practical to understand what is Samudkantha by watching all the Dibba Leela of Gauranga Mahaprabhu. It is more practical. I need not speak anything. Gauranga Samudkantha. Понять, что есть Самудканта, можно, наблюдая за Кришной. То есть вот это вот это сильнейшая жажда увидеть, получить даршан Кришны. То есть наблюдая за лилами Гауранги, вы можете увидеть это воочию, как описывается, как описано сильнейшее стремление Гауранги получить даршан. Вспомните, как он выбегал из комнаты. Вот это и есть Самудканта. Еще один пример этому. Пример как... Что как переводится самудканта на английский? Можно перевести как сильнейшая тяга, сильнейшее волнение, сильнейшее стремление. Quality, surely, but not so important quality, as to be called as dear devotee. By enjoying the kippa of Naraji Maharaj, surely, Dhruva Maharaj. But main vital point in his life, to meet with Bhagavan, that was Samudkanta. The only обладал вот таким вот сильным стремлением встречи с Бхагаваном. То есть, ну, по большому счету, да, ему были присущи хорошие качества, но все-таки они не были настолько доминирующими, настолько выдающимися, как вот эта вот его необыкновенная жажда, решимость, что он встретится с Кришной. Во что бы то ни стало, он получит даршан. Именно поэтому Кришна не мог не прийти. Bhagavan not coming to give darshan to Dhruva Maharaj. It is written, Bhagavan coming to take darshan. Говорится, что Бхагаван на самом деле пришел не дать свой даршан, а получить даршан Дхрувы Махараджа. У него не было такого настроения, что сейчас я ему пристану перед ним. Нет, он сам хотел получить даршан своего бхакты. Бхагаван говорил, он сказал, я пойду в Мадхуван получить даршан моего маленького преданного, моего юного преданного. Он пришел увидеть своего хоть и юного, но настолько решимого, решительного преданного, который ушел от мамы, папы, оставил королевство и жаждет увидеть его, своего Господа. И именно вот поэтому, по этой причине, по причине необыкновенной решимости, необыкновенного желания друга увидеть Бхагавана, он пришел, он был вынужден прийти. И когда у вас такое жадное стремление увидеть Бхагавана появится в сердце, это говорит о том, что ну, то есть это большая удача. Как можно осознать, что внутри вас находится сварупа-сиддхи? Это вы поймете благодаря сильнейшему чувству, постоянному чувству, стремлению слушать харикатху, вкус к харикатхе. То есть если у вас есть сильнейшее стремление к харикатхе, это говорит о том, что Бхакти Деви милостив к вам. Jathagnihi su samyat. It is written, Jathagnihi su samidhar, samidharchi karoti edhamsi bhasmasya. So many printing mistakes here. I go and rectify. Передо мной старое издание, в котором много опечаток. Мадвишая бхакти
Руддхавайнанси Кришнасаха. Somehow I have one nice book. When I recite continuously, that book is separate. A very heavy book. Very nice book. У меня есть одно хорошее издание, но оно слишком тяжело, чтобы носить его с собой. Когда я устраиваю чтение, беспрерывное чтение Шримад Бхагавата, там я использую эту книгу, а не эту. Итак, Бхагаван приводит пример. Если поджечь дрова, палишки превратятся в пепел. Точно так же анабилаш, то есть анартхи, будут уничтожены, если бхакти войдет в наше сердце. Вспомните, когда я проводил ягью, сначала я взял джутовую палочку, нанес на нее масло и поджег ее, и благодаря этому огонь разгорелся. То есть с этого я начал. Тем образом, Удава, если бхакти войдет в сердце человека, возможно, он страшный грешник, как вспомните историю с охотником Ратнакарой. Он был жестоким, но благодаря общению с Нарадой он изменился. Он день за днем совершал бхаджан, и бхакти в его сердце сожгло все оставшиеся анартхи. Все, что нужно, все, что хочет от нас Бхагаван, это искренность. Нам вообще никаких от вас не требуется особых качеств. Никаких качеств. Только искренность. Если будет искренность, все остальные необходимые для бхаджана качества вы получите от Гурудева. Вспомните этот киртан. Откройте книгу с киртанами. Вы, может, и поете, но не обращайте внимания на смысл. Если Гурудев... Там поется, что если Гурудев посмотрит на мои качества, он не найдет ни одного хорошего качества, ни одного достойного качества, благодаря которому я мог бы считаться достойным получить бхакти. Таким образом, самое главное качество — это искренность, а все остальное придет от Гурудева. То есть Бхактивинода Тхакур пишет, что если Шри Гуру решит проверить мои качества, он не найдет ничего, ровным счетом ничего. Perfectly followed before, but Bhaktivinoda Thakur, everything in written form, nobody going to apply in practical field. Bhaktivinoda Thakur, Upadeshamrita commentary. So surely I'm not, by speaking this, I can allow everybody not. You have to ensure. Конечно, я не говорю о том, что, то есть Бхактивинода Тхакур говорит, что прежде инициации гуру должен проверить ученика, а ученик должен проверить гуру. То есть и то, что я говорю, что не нужны никакие качества, еще не говорит о том, что вы не должны следовать правильным предписаниям. Вы должны. Удава, я не чувствую счастья.
somebody doing yoga. You know, sit, concentrating here. I can speak about Jopasya Bhagavan. Uddhava also asking, why? Uddhava has no interest with yoga. Хотя Уддава задает вопросы о йоге, ему совершенно она неинтересна, но ему необходимо это знание для того, чтобы передать его тем, кто в нем интересуется. Ну, точно так же и Бхагавану неинтересна йога, путь йоги, но он ачарья, поэтому то есть, ну, он должен дать каждой дживе путь, по которому она заинтересована идти. Однажды один шакта совершал кали-пуджу в красной одежде с красной тилакой. Но однажды он встретился с одним представителем нашей Гуру Варги. Кажется, это было ранее Махарадж, ученик Шрила Прабхупады. Он стал задавать вопросы, а ранее Махарадж сказал ему: «Приходи к нам в Матх. Приходи жить в Матх». Люди вокруг были удивлены, но он же, преданные были удивлены, но он же в Кали поклоняется, что он в Матхе будет делать. In Vrindavan, how miracle? So you believe me? Yes, I believe. So what I say, you go away? Yes. You throw all red clothes, everything. Арани Махарадж сказал: мы встретились тут во Вриндаване, и ты веришь там все харикатхе, которые я тебе сказал? Да, я верю. Он сказал, и тогда Арани Махарадж сказал: снимай свои красные одежды и приходи в Матх. Не совсем скоро он получил инициацию и полностью изменился. То есть этот случай показывает, что кто угодно может изменить свое сердце. Даже йоги и гьяни, придя в общение с чистым преданным, могут измениться. Для того, чтобы подчеркнуть выдающееся положение положительного, необходимо негативное. Как Шрила Кешава Госвами Махарадж, для того, чтобы опровергнуть, разбить доводы Майявади, изучал их писание. Последние две строки этой шлоки мы обсудим завтра. Вашнавабхьо намо.